Всем привет, мои хорошие! Сегодня я решила снять такое видео «Getting ready with me», показать вам, как я провожу свой вечер. И всегда, когда я прихожу домой, меня встречают мои собачки. Это одна из них, ее зовут Соня. Каждый свой вечер я начинаю с того, что я завариваю травяной чай, я после него очень хорошо сплю. И пока он заваривается, я направляюсь в ванную комнату и буду сейчас вам показывать все, что я там делаю. У меня, как у любого бьюти-блогера, есть очень много баночек дома, разные косметики, но сегодня я вам буду показывать только самое-самое любимое, то, чем я пользуюсь действительно каждый вечер. Свой уход я начинаю с вот такой вот мицеллярной воды от Garnier, с маслами. Она хорошо растворяет верхний слой макияжа, что помогает мне быстрее снять с себя косметику. Я просто прикладываю ее к глазам и снимаю. С тушью она справляется не очень хорошо, но вот помаду с губ убирает просто идеально. Следующий этап – это умывание с пенкой. У меня сейчас пенка от органического бренда Morada. Она абсолютно не сушит кожу и отлично ее очищает. Хотя, мне кажется, это, честно говоря, больше заслуга моей новой щетки от Braun. Я впервые познакомилась с этой щеткой где-то месяц назад, и вот каждый вечер я умываю лицо только с ней. Поры стали значительно чище, я прорабатываю особенно хорошо нос и подбородок. Это мои, можно так сказать, проблемные зоны, которые больше всего забиваются. Кожа стала у меня очень гладкая, очень чистая, черных точек абсолютно нету. Кстати, у этой щетки есть три насадки. Вот сейчас я показываю розовую, она очень-очень нежная, идеально подойдет для чувствительной кожи. И ее щетинки такие немного как будто прорезиненные. И также есть синяя насадка, она уже больше для, мне кажется, такой проблемной кожи, что ли. Она идет с эффектом пилинга. Кстати, на мой взгляд, огромным плюсом является то, что щеткой можно пользоваться в душе, так как у нее герметичный корпус. Как вы видите, все равно какие-то остатки туши остаются, и для этих целей я использую мицеллярную воду от Bioderma. Мне она очень нравится, потому что она очень нежная, она идеально подходит для чувствительной кожи, она абсолютно не раздражает область под глазами, и вот какие-то такие мелкие моменты с помощью нее можно убрать. И дальше я буду вам показывать очень интимную процедуру, на мой взгляд, это эпиляция лица. У этого гаджета есть специальная насадка с таким мелким эпилятором, специально для пушкового волоса, который находится на лице. На мой взгляд, каждая девушка, каждая женщина должна делать эпиляцию, потому что, как ни крути, все равно эти волосики видно на лице. А я для себя выбрала способ именно эпилятором, потому что от воска у меня остаются такие небольшие как прыщички на лице, а лазерный эпилятор просто не берет этот тонкий пушковый волос, который все равно есть на лице. Эта процедура, конечно, не одна из самых приятных, но а что делать, красота требует жертв. Остаются, конечно, небольшие покраснения в области, где я делаю эпиляцию, но буквально за час они все проходят. Я обычно делаю перед сном, чтобы с утра проснуться красавицей. Очень многие почему-то боятся делать, думают, что волосы будут расти темные и жесткие. Это неправда. Я делаю эпиляцию лица с 17 лет, и все у меня просто замечательно. Потом я прорабатываю кожу тоником от La Roche-Posay из линейки Foclar. Он просто отлично сужает мои поры. Потом я наношу свой любимый крем под глаза от Clarins, Revive Beauty Flash. Он убирает какие-либо припухлости и синячки под глазами. После него я использую сыворотку. Я ей пользуюсь не всегда, но наношу я ее всегда с помощью насадки на мою щетку, на мой эпилятор, которая называется Beauty Sponge. Вообще изначально производитель говорит, что эту насадку можно использовать для тональных основ, но в этих целях она мне не подошла. Я ее использую как массажер для лица. За счет вибрирующих движений она отлично вбивает продукт в кожу лица, она хорошо расслабляет мои мышцы, особенно вот я люблю прорабатывать межбровную складку, носогубные складки, какие-то мелкие мимические морщинки за счет циркуляции крови тоже хорошо разглаживаются. Сейчас мой ночной крем это La Roche-Posay Tolerant Ultra Night.
Он очень нежный, он идеально подходит для чувствительной кожи, хорошо ее успокаивает, особенно вот у меня появились небольшие покраснения после эпиляции, он их замечательно просто убирает. После того, как я сделала все свои процедуры с лицом, я иду в душ. Я не буду вам это показывать, но покажу средства, которыми я пользуюсь. Это мои любимые масла для душа от бренда Yves Rocher. Я их очень люблю. Мне они чем-то даже мед немного напоминают, их согревающую текстуру. И если я ленивая, то я просто использую миндальное молочко для тела от Веледа. У него просто легчайшая текстура, я просто наношу его на все тело. А если я не ленивая, то я делаю себе массаж с помощью массажного масла от Yves Rocher. Обожаю его аромат, и кожа после него такая подтянутая и бархатная. И последний продукт, который я использую перед сном, это вот такие ампулы от Vichy, называются они Dercas. В упаковке 21 ампула, ими нужно пользоваться каждый день, но я каждый день не пользуюсь, потому что я так часто голову не мою. Они содержат в себе коллаген, и уже даже сейчас я могу сказать, что я действительно вижу эффект, волосы выпадают намного-намного меньше. Девочки, мне очень понравился этот гаджет, и я смело могу назвать его открытием года. Я связалась с Браун, специально попросила скидку для своих подписчиков. Введя купон Каменская на сайте Браун Маркет, вы получаете скидку 15% на всю линейку эпиляторов Face до конца года. А также получаете годовой запас насадок от Браун Маркет. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Я надеюсь, оно вам понравилось. Если вы хотите увидеть мою утреннюю рутину, продукты, которые я использую по утрам, поддержите меня пальчиком вверх, я буду знать. Я вас люблю, целую, спокойной вам ночи, доброго вам утра, хорошего дня. С вами была я, Лерочка Каменская. Пока-пока.